Юр, зрители реально были все в восторге от игры, потому что, ну, классный матч, эмоции такие, по-настоящему футбольные, борьба, неизвестно, кто победит, но в итоге победили не вы. С чем связано? Ну, с чем? Претензии только к себе, много моментов не реализовали, таких прям убийственных, можно сказать, и также несколько моментов, которые по своей линии привезли, они в гол реализовались, очень обидно из-за этого, наверное, и проиграли. Скажи, можно ли вот сказать, что вот демобилизация стала тот момент, когда вы в большинстве пропустили гол? Ну да, это было, как бы мы ожидали сравнять, вместо этого пропустили, еще ребята оторвали. Наверное, да, в каком-то моменте. Да. В целом ты доволен игрой? Вот если взять все, что проиграли. Да, хорошо. Хороший матч показали. Да. Сильные стороны соперника. Сильные. Ну, да. Слаженность, сыгранность достаточно, ну, не знаю, как мне показалось, они спокойно играли, без эмоций, без, ну, не было, не давали места эмоциям. Вот так. Спасибо.